Встретились два приятеля, у одного в руках коробка с телевизором. «Где ты взял такой дефицит?» «Да вот, сходил к Нюрке, выпили, закусили. Потом она на кровать плюхнулась, да как взмолится. Вася, возьми у меня самое дорогое». Разговор двух новых русских. «Пойду учиться в консерваторию, на пианиста». «Зачем?» «Ну, прикинь, большой театр, огромный зал, куча народу. Все смотрят на меня, а я сижу на сцене и пальцы гну». Уважаемый сосед, перестаньте играть в танки или сделайте звук тише, а то с каждым залпом вашей артиллерии мой кот оставляет снаряды по всему дому. Вадик, я тебе хочу сказать, женщину надо любить, как Емеля печку. Люся, а как это? Как-как? Не слезать с нее. Ну и дупло. «Почему вы повторили эту фразу трижды?» – спрашивает пациент у зубного врача. «Я сказал только один раз. Два раза повторила эхо». Заходит мужик в аптеку. «У вас бананы есть?» «Нет, здесь дорогая аптека, и бананов не бывает». На следующий день снова он же заходит в аптеку. «У вас бананы есть?» «Да нет же, здесь аптека, здесь лекарства, разные банки и так далее». Так повторяется в течение 5 дней. Замученный аптекарь на большом ватмане крупными буквами пишет объявление. «Бананов нет». Заходит тот же мужчина, внимательно читает объявление, подходит к аптекарю и с обидой говорит. «А значит, были бананы?» Юноша с девушкой сидят на лавочке. Юноша очень стеснительный. Вот девушке хочется, чтобы он ее поцеловал. Она и говорит. «Ой, у меня щечка болит». Юноша целует ее в щечку. «Ну как, теперь болит?» «Нет, теперь не болит». Через некоторое время. «Ой, у меня шейка болит». Он ее чмок в шейку. «Ну как, болит?» «Нет, не болит». Рядом старик сидит и спрашивает. «Молодой человек, вы от геморроя не лечите?» Почему у женщин глаза большие, а у мужчин маленькие? У женщин большие, чтобы им было легче следить за мужчинами, а у мужчин маленькие, чтобы их труднее было выцарапать. Двоих выбросило на необитаемый остров. Один. «А что у нас сегодня на завтрак?» Второй. «Что-что? Жареные ножки, что же еще?» Первый. «А чьи?» Второй. «Чьи-чьи? Мои вчера еще съели». В парке ночью на скамейке обнявшиеся влюбленные любуются полной луной. Она томно вздыхает. «Милый, а ты мог бы любить меня, как Данте любил Беатриче?» Он молчит. Она снова. «А смог бы любить меня, как Петрарка любил Лауру?» Он опять молчит. «Дорогой, а смог бы ты любить меня, как Ромео любил Джульетту?» Он не выдерживает. «Слушай, я только каштанку читал. Хочешь, за попу укушу?» «Папа!» «Что, сынок? Помоги домашнее задание сделать». «Да не вопрос». «Папа, надо придумать рифму на слово «чешуя». Едут как-то три девушки в купе поезда. Первая говорит, «Я бы вышла замуж за спортсмена, они такие сильные». Вторая говорит, «Я бы вышла замуж за военного, они такие стройные». А третья говорит, «А я бы вышла замуж за индейца, они такие страстные». В этот момент со второй полки спрыгивает грузин и говорит, «Рад представиться, мастер спорта подполковник Чингачгук». Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку. Жена его спрашивает, «Коля, зачем нам столько? Мы ведь только на 2 дня на дачу едем». Муж, «Это не мы, Люся, на 2 дня на дачу едем. Это наш сын дома на 2 дня остается». Парень очень грустный, говорит при встрече своей девушке. «Послушай, в наших отношениях появилась проблема». Девушка испугана. «Какая?» «Я забыл, как тебя зовут». Дед на приеме у сексопатолога. «Доктор, больше 3 раз в неделю с женой не получается». «Дед, а лет тебе сколько?» 85. «Дед, ну это ж превосходно». «Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95. «Ну так и вы говорите». Народная примета. Если пришел в 1:00 ночи домой пьяный от любовницы, а жена и теща делают вид, что ничего не произошло, значит, еда отравлена, топор наточен,
Спать нельзя, а то зарубят. Выходит старушка от гинеколога. Постояла, подумала, заглядывает обратно в кабинет и спрашивает. «Сынок, мамка-то знает, чем ты тут занимаешься?» Вовочка в классе пишет сочинение на тему «Кем быть?». Учительница Мария Ивановна смотрит его тетрадь. «Вова, что за ерунду ты пишешь? Ты действительно хочешь стать сексопатологом?» «Да, Мария Ивановна». «Да ты хоть знаешь, что это?» «Конечно. Вот, например, видите, две девушки на улице разговаривают. Обе едят эскимо. Но одна его лижет, а другая кусает. Как вы думаете, которая из них замужем?» Мария Ивановна краснеет. «Ну, думаю, что та, которая лижет». «Нет, Мария Ивановна, та, у которой обручальное кольцо на пальце. А вам нужно срочно обратиться к сексопатологу». «Тебя дома пилят?» «Да, двуручной пилой». «Это как?» «Ну, с одной стороны жена, с другой теща». Мари в раздумье. «Не знаю, право, на какой номер мне поставить?» «Пьер, поставь, дорогая, на свой возраст». Мари делает ставку, рулетка крутится, крупье объявляет. «32, Пьер». «Браво, Мари, ты выиграла!» «Увы, я поставила на 26!» Сын привел троих девушек домой и говорит маме. «Мама, угадай, которая из них моя невеста?» «Мама, вон та, с краю!» «Сын, как ты догадалась?» «Мама, она как зашла, сразу бесить меня начала!» Парень решил познакомиться с девушкой в баре. «Спорим на 10 баксов, что я буду любить тебя так классно, как ты еще не видела. И при этом я до тебя ни разу не дотронусь». «Такого просто не может быть, спорим». Ударили по рукам. Парень привел девушку к себе домой и провел с ней всю ночь, до потери пульса. Утром она его разбудила и говорит: «Это была действительно самая лучшая ночь в моей жизни. Но ты постоянно меня трогал». «Ты права». «Хорошо, возьми на столе свою десятку». Попали на необитаемый остров немец, американец и русский. Остров голый, ни растительности, ни животных, есть нечего. Немец берет нож, отрезает себе руку, съели на завтрак. В обед американец берет нож, отрезает себе ногу, съели. Вечер, все хотят кушать. Русский расстегивает ширинку, достает свою балду. Немец радостно: «Ммм, какая колбаса!» Русский ему отвечает: «Какая еще колбаса?» «По йогурту и спать!» Ползет пьяный мужик по тротуару и об каждый столб головой стукается. К нему подходит другой мужик. «Может, тебе помочь?» «Ага. Посчитай, сколько у меня на лбу шишек». 8. «Тогда нормально. Еще 2 столба, и я дома». Пара пришла на прием к сексопатологу. «Доктор, мы живем в браке 8 лет, а детей все нет и нет. Помогите, пожалуйста». Доктор говорит жене парня: «Вы за дверью подождите, пожалуйста. Мне с мужем вашим поговорить надо». «Слушай, дружище, ты со своей женой как любовью занимаешься?» «Наверное, как обычно, 2 раза в неделю, среда и пятница». «Все как обычно, все по старинке. Я тебе, дорогой, вот что скажу. В ваших отношениях не хватает элемента неожиданности. Любовь должна быть спонтанной, неожиданной, понял?» «Да, доктор, понял. Теперь понятно, так и сделаю». Та же пара через год приходит с цветами, шампанским, в коляске карапуз. Доктор к мужу: «Ну рассказывай, как ты это сделал, как это было? С элементом неожиданности». «Да, доктор, моя жена нагнулась в холодильник достать йогурт. Но я в это время сзади подскочил, и все получилось». «Ну, и как она, не ожидала?» «Да что там она? Там весь супермаркет обалдел». 1 сентября первоклассника собирают в школу. Бабушка: «Девочек не обижай, за косички не дергай». Дедушка: «В обиду себя не давай». Мама: «Яблоки положила в портфель, в бумажный пакетик. Обязательно помой руки перед едой». «А ты, папа, почему молчишь?» «Папа: я веду его в школу. Поговорю по дороге». Идут с сыном в школу, навстречу блондинка. Ноги от ушей, просто секс-бомба. Остановились, открыли рты, проводили взглядом. Папа поворачивается к сыну: «Видел?» Сын восхищенно: «Видел». Папа: «Так вот, запомни, сын, с такими спят только отличники». Звонок в полицию. «Срочно, наряд на бульвар Капуцинов, дом 5, 4 этаж налево. Жена избивает мужа, чем попало, и тот ужасно кричит». «Вызов принят. Наряд высылаем. А вы кто, сосед?» «Нет, я муж».
Сидят на заборе в городе два петуха, городской и деревенский. Скучают. Деревенский тут и говорит: «Давай, что ли, покукарекаем? Давай лучше в кулинарию сходим, на голых кур посмотрим». Мужчина и женщина поженились. Муж говорит жене: «Раз теперь ты моя жена, то должна меня слушать и мне не перечить». «Конечно», — говорит жена. «Так вот, во-первых, по средам у меня футбол. Мне пофигу, какая погода, у меня футбол, поняла?» «Поняла», — говорит жена. «Во-вторых, по пятницам у меня с друзьями карты». «Понятно», — говорит жена. «Ну а в-третьих, по выходным у меня рыбалка». «Все поняла?» — спрашивает муж. «Да поняла я все. Но у меня к тебе тоже есть небольшое условие. Каждый вечер, ровно в 9, у меня любовные утехи. И мне пофигу, есть муж дома, нету мужа дома. Ты все понял, дорогой?» Я решила развестись с мужем. А в чем причина? Понимаешь, он у меня математик. Поэтому мне все время приходится ему доказывать. Я не могу ему просто сказать: «Вымой посуду». Мне приходится выговаривать целую тираду: «Дорогой, вымой посуду. Я ее вымыть не могу, так как занята другими делами. А если посуду не вымыть сейчас, то остатки еды засохнут, и отмыть ее потом будет сложно и долго». Да, похоже, что и мой муж тоже в душе математик. Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну, тянет он билет. Там строение собаки, вот он и начинает. Собака – животное на четырех лапах, покрыта шерстью, а в шерсти водятся блохи. И дальше про блох, все, что знает. Препод: «Ладно, ладно, расскажите нам о строении коровы». «Ну, корова – это животное на четырех ногах, питается травой, покрыта шерстью, а вот в шерсти водятся блохи». Ну и дальше по тексту. «Ладно, хватит, расскажите нам тогда про строение рыбы». «Рыба живет в воде, шерсти у нее, конечно, нет. Ну вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи». Короче говоря, у мужика петух уже состарился. Кур не топчет, но он купил молодого. Сидят старые и молодой петухи в курятнике, и старый говорит: «А вот ты, молодой, попробуй меня догнать». «Ну давай», – отвечает молодой. «Давай, я вокруг сарая, а ты за мной». Ну побежали они, впереди старый, за ним молодой. Мужик ловит молодого петуха, сворачивает ему голову со словами: «Ну что ты будешь делать? Третьего петуха покупаю, и все нетрадиционные ориентации». «Сара, а почему вы носите обручальное кольцо не на той руке?» «Смешно сказать, я вышла замуж не за того человека». Приходит девочка из школы: «Мама, а нас сегодня всем классом на осмотр к гинекологу водили. Так вот, у нас в классе всего одна девочка». «И, конечно, это ты, доченька?» «Нет, училка». Судья: «Вы совершили 8 квартирных краж за 2 дня. Как вам такое удалось?» Подсудимый: «Работал день и ночь, ваша честь. Если бы все так трудились, как я, наша страна уже давно бы процветала». Нищий сидит на берегу реки, ловит рыбу. Вытягивает — золотая рыбка. «Ну, нищий, давай одно желание. Дай мне столько денег, сколько могут поместиться в моем доме». «Окей». Приходит домой, а там на полу валяется 500 рублей. Он бегом назад к реке, вытаскивает рыбку и говорит: «Что ж ты, зараза, меня обманула? 500 рублей дала». «Я не поняла. Что, не поместились?» «А я, знаешь, как с женой своей познакомился? Звонит как-то звонок, и я открываю. Стоит девчонка невиданной красоты, блондинка, стройная, все путем. И гневно так мне: «Слышишь, я в жизни еще не встречала парня, который бы меня 2 месяца не замечал». Я в шоке просто, стою и молчу. А она продолжает: «Ты на балконе каждый день качаешься своими железяками, а я напротив живу. Я уж и загорала голой, и танцевала. Под конец я тебе кричала просто, а ты ноль эмоций, как будто нет меня. Так что вот что, терминатор хренов. Завтра идем в ЗАГС. Я должна самой себе доказать, что все парни мои будут, если я захочу. Вот. Так и живем 6-й год. А на балконе качался мой глухонемой сосед сверху». Сара ложится на кровать, раздвигает ноги и спрашивает у Мойши: «Мойша, а ты знаешь, чего я хочу?» «Конечно, знаю. Обычно ты хочешь новую шубку, чтобы я получал в 10 раз больше денег. Сам приглашал твою маму к нам в гости, делал ремонт каждый месяц, а мебель переставлял раз в неделю. Чтобы не ездил на рыбалку чаще 1 раза в столетие, а в ресторан тебя водил не реже 2 раз в неделю.
Чтобы сериалы шли по всем каналам все время, а футбол запретили к показу. Чтобы водка вызывала страшный понос, чтобы мы взяли кредит на 8-комнатную квартиру, и я уехал в Антарктиду на заработки. Ой, чуть не забыл. И чтобы бриллианты у тебя были больше, чем у Петровой, а мое достоинство толще, чем у Петрова. А сейчас, дорогая, ты хочешь одна занять всю постель. Мужчины хвалятся друг перед другом с женами. Американец. Моя жена изящна, как тростинка. Француз. Моя тонкая, как былинка. Русский покачал головой. Что ж это за жены такие, что их в постели граблями искать надо? Муж ворочается в кровати, потом нежно шепчет засыпающей супруге. «Милая, я уже без трусов». «Ладно», – отвечает жена, – «завтра постираю». Лекция в медицинском институте у первокурсников. Профессор. Врач должен быть внимательным и небрезгливым. Вот я окунаю палец в мочу и облизываю его. Кто может это повторить? Студенты притихли. Поднимается один, повторяет действие преподавателя. Профессор. Я же сказал, что врач должен быть внимательным. Я окунул один палец. Я окунул один палец, а облизал другой. Командировочный хочет купить жене в подарок лифчик. Продавец хочет узнать размер. Ну хоть бы по форме, что это? Персик, яблочко, маленькая дынька. Уши спаниеля. Отмечают очередной праздник. За столом начальник генерал и полковники. Начальники подразделений. Генерал произносит очередной тост. Предлагаю выпить за здоровье. Молодой полковник. Товарищ генерал, ну сколько можно пить за здоровье? Давайте выпьем за удачу. Генерал. Сядьте, полковник, вы еще слишком молоды. Вот мне вчера подвернулась удача, а здоровья не хватило. Поэтому выпьем за здоровье. Подруга. Не знаю, что делать. Мой муж опять сегодня где-то до утра шлялся. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Ты думаешь, что мой козел ходил к любовнице, чтобы борща пожрать? В зале суда. Судья. Подсудимый, за что вы избили до полусмерти вашего соседа? Обвиняемый. Он разводит в квартире кур. Судья. Разве это повод? Обвиняемый. Господин судья. Я полгода пролечился у психиатра, думая, что кукареканье за стеной – плод моего больного воображения. Жена уехала в командировку. Муж будет ребенка и ведет в садик. Пришли в один. Им говорят, это не наш ребенок. Пришли в другой. Та же история. Садятся в автобус, едут. И тут ребенок говорит, папа, еще один садик, и я опоздаю в школу. Сначала ты, Изя, женись на еврейке. У тебя будут нужные связи, карьера, умные дети. А потом дети подрастут, ты разведешься и женишься на русской. Или украинке, на 15 лет младше тебя. Они веселые, хорошо готовят, любвеобильны. Вы будете ездить по курортам, ты проведешь несколько счастливых лет. А потом... Потом ты разведешься и женишься на эстонке или латышке. Ну зачем это? Ой, Изя, ты бы знал, как они за могилками ухаживают. Пожар в женской бане. Приезжают пожарные, смотрят, около бани стоит мужик и ржет. Опоздали, братки, опоздали. Те ему. Как же опоздали, баня же еще горит. Он им. Баня-то горит, а вот бабы голые уже разбежались. В полицейском участке звонит телефон. На помощь, слышится в трубке. На помощь. Сейчас выезжаем, говорит инспектор. Но что случилось? В комнату ворвалась кошка. Простите, месье, но из-за таких пустяков полицию не беспокоит. Кто вы? Как это кто? Попугай, конечно. Девушка устраивается на работу. Собеседование. А как у вас с компьютером? Не люблю я компьютер. Сидишь перед монитором, как дура. Это почему же? Да зрение у меня плохое, я курсор на экране не вижу. А что, очки не помогают? Да не люблю я очки. Сидишь в очках, как дура. Девушка на приеме у гинеколога. Доктор, а вы меня можете осмотреть в темноте? Я смущаюсь. Да, конечно. Выключается свет, девушка спрашивает. А куда мне штаны положить? Рядом с моими. Встречает кошка гнома, спрашивает, ты кто? Я гном, делаю пакости людям, порчу вещи, ору по ночам, спать не даю. А ты? Кошка задумчиво, тогда я тоже гном. Молочник,
ты доливал сегодня воду в молоко?» «Новый подручный». «Да, сэр». «Разве ты не знаешь, что это безнравственно?» «Да, сэр, но вы же сами сказали». «Я сказал тебе, что надо сначала налить в бидон воды, а потом уже добавлять туда молоко. Тогда мы с чистой совестью можем говорить, что не разбавляем молоко водой». Едет 600-й Мерседес, а за ним скорая помощь и пожарная. На посту ГАИ Мерс тормозят. Он останавливается, и следом за ним останавливается скорая и пожарная. ГАИшник им говорит: «Проезжайте, я вас не тормозил». Тут из Мерса выходит браток и отвечает: «А это со мной. А то вы задолбали спрашивать. Покажи аптечку, покажи огнетушитель». Мужик, пьяный в дрова, приползает домой с гулянки. Жена встречает его с веником в руках. Мужик падает на колени и навзрыд: «Люся, не улетай, это было в последний раз!» Мужик потерялся в китайском лесу. 3 недели он бродил и вот увидел дымок. Подошел, смотрит, домик стоит на берегу утеса. Постучал, открывает ему старик и спрашивает: «Что тебе надо?» Мужик отвечает: «Вот уже 3 недели, как я почти ничего не ел, не спал. Не приютишь ли ты меня на ночь?» Старик-китаец говорит: «Только при одном условии. Держись подальше от моей внучки». Изголодавшийся мужик с готовностью соглашается. «Завтра утром и ноги моей тут не будет». «Хорошо», — говорит китаец, «но если я тебя поймаю со своей внучкой, я подвергну тебя 3 самым страшным китайским пыткам». «Да-да», — соглашается мужик, думая про себя, что, мол, какая там привлекательная девушка будет жить в такой глуши всю свою жизнь. Когда сошлись к ужину, мужик обалдел от красоты девушки, такого он давно не видел. А девушка, кроме проезжих монахов да деда, и мужика-то никогда не видела. Ну, сидят они, глазками друг на дружку постреливают. После бурной ночи мужик ползет в свою комнату потихоньку и думает: «Да за такое блаженство я любые пытки выдержу». Просыпается он утром, от тяжести в груди смотрит, а на его груди огромный камень лежит, и на нем написано: «Первая китайская пытка. Камень на твою грудь». «Да разве это пытка?» – улыбнулся мужик, и, подойдя к окну, швырнул камень в обрыв. В последний момент, успев прочитать на обратной стороне камня: «Вторая китайская пытка. Камень привязан к твоему правому яйцу». Мужик, видя, что камень уже в полете и его не поймаешь, выпрыгивает в окно. На внешней стороне окна он успевает прочитать: «Третья китайская пытка. Твое левое яйцо привязано к кровати». Новый русский умер и попал в ад. Черти одевают его в красный пиджак, увешивают золотыми цепями, дают внушительную пачку денег и отпускают. Вокруг сплошные злачные места. Русский в полном экстазе, заходит в казино. «Ставлю штуку на красное». «Извините, деньги не принимаем». Подходит к бару: «Мартини со льдом». «Извините, денег не принимаем». Заходит в ресторан: «Грибной суп, стерлядь под шубой, графин водки». «Извините, денег не принимаем». Русский к чертям: «Можно ли здесь что-нибудь купить?» «Нет». «Ну почему?» «Потому что это ад для новых русских». Больной очнулся после сложной операции. Видит мрачного врача, внимательно рассматривающего что-то на диагностическом мониторе. «Доктор, как прошла операция? Неужели все так плохо? Сколько мне еще осталось?» 10 лет, месяцев? 9, 8, 7. «Повезло мне в жизни, друг, повезло. И в чем это тебе повезло?» «Так у меня и жена, и любовница». «Ну и что тут такого? И у меня жена, и любовница». «Так мою любовницу и жену зовут одинаково». Петька прочитал объявление, что меняется 3-комнатная благоустроенная квартира на любую жилплощадь. А у них с Анкой коммуналка. Пришел по адресу, открывает Василий Иванович. «Здорово, Петька. Проходи, смотри». Он осмотрел квартиру, она шикарная. Вдруг Петька захотел в туалет. Подошел к двери, дергает, и она не открывается. Василий Иванович говорит: «Петька, да ты свет-то включи, тогда и дверь сама откроется». Петька зашел в туалет. Сделал свои дела, дверь захлопнулась и не открывается. Он стучится. Василий Иванович ему кричит: «Петька, ты забыл за собой смыть». Он смыл, и дверь открылась. «Василий Иванович, ты что это такую отличную квартиру меняешь?» «Да ты ведь знаешь, Петька, как у нас бывает. То воды нет, то света». Чем отличается хорошая секретарша от очень хорошей? Хорошая каждое утро говорит: «Доброе утро, шеф». А очень хорошая нежно шепчет на ухо: «Уже утро, шеф». Начальник читает анкету своего подчиненного. На вопрос, какими языками владеете, в анкете написано: «Тремями».
русским литературным, руководящим и матерным. Тоже мне грамотей. Руководящий и матерный – это одно и то же. Зачеркивает, выправляет, двумями. Два алкаша беседуют. Слышь, кореш, а что такое алкоголи-анализатор? Ну, это такая штука. Туда, короче, дышишь, и она говорит, как сильно ты пьян. Ха! Прикинь, а я на этой штуке уже 10 лет женат. Фима, как неимоверно нестерпимо хочется женщину. Яша, ну сходите в бордель. Нет, я хочу таки, чтобы знакомую. Так вы почаще ходите, и там знакомые появятся. Убегали как-то от врагов Петька, Анка и Василий Иванович. Полезли они через забор. Петька быстро перелез в щель, которая была между досками. Василий Иванович еле-еле пролез. А Анка полезла и застряла. Ну, Василий Иванович стал ее проталкивать. Ничего не получается. Петька увидел, что товарищи замешкались, и вернулся. Спрашивают у Василия Ивановича, что происходит? Василий Иванович говорит, да вон, у Анки таз застрял, никак не пролезает. Петька, Аннушка, да брось ты таз свой, я тебе ведро куплю. В автобусе, переполненном людьми, сидит молодой солдат. Рядом стоит мужик и говорит ему, молодой человек, скажите, а вас в армии не учили, что нужно уступить место женщинам? Солдат быстро поднимается со своего места и смущенно говорит, простите, но я думал, что вы мужчина. Решил налоговый инспектор узнать доход нового русского. Пришел к нему в офис и говорит, за сколько времени вы можете заработать на Волгу? Новый русский начинает рассуждать. Ну, если меньше буду жене давать деньги, если все долги соберу, если родственники помогут, то я думаю, за неделю накоплю. Налоговый инспектор хмыкает и, размышляя, что перед ним совсем и не новый русский, уходит. Новый русский после ухода налоговика снова задумывается, а потом произносит. И нафига мне нужна эта Волга? Со всеми ее причалами и пароходами? Ну нафига? Как родители приучали меня к самостоятельности. Прихожу домой, вижу записку. Сосиски на столе. В следующий раз. Сосиски в кастрюле на плите разогрей. Затем. Сосиски в холодильнике свари. Потом. Сосиски в магазине. Деньги на столе. Сходи купи и свари. Последняя записка гласила. Сосиски в магазине. Деньги на работе. Летит новый русский на самолете в Германию. Стюардесса объявляет. Наш самолет через несколько минут приземлится в городе Баден-Баден. Новый русский. Недовольный голос, распальцовка. Ну в натуре, чё два раза-то повторять? Не лохи же летят. Идет зайчик по лесу. Увидел белочку и влюбился. Белочка, давай сойдемся. Ну давай. Живут они счастливо, а вот детей у них никак не получается сделать. Зайчик говорит. Это, наверное, потому что я зайчик, а ты белочка. Наверное. Пойдем у совы совета спросим. Она мудрая. Пришли к сове. Зайчик говорит. Сова, вот живем мы вместе, любим друг друга, а вот детей нет. Это, наверное, потому что я зайчик, а она белочка. Да вы офигели, что ли? Это потому что ты мальчик, и он мальчик. Из объяснительной. Я белокурая лохудра на Мазде, повернула туда, куда захотела, чем и спровоцировала ДТП. Со слов инспектора записано верно. Летят в самолете пилот, стюардесса и группа душевнобольных. Стюардесса принесла всем по бутылочке кока-колы. Через 5 минут приходит, видит, никого нет, только один рыдающий псих. «Куда все делись?» – спрашивает она. «Все ушли бутылки сдавать, а у меня с подбитым горлышком». Жена вечером смотрит телек и ест один бутерброд за другим. Мужик не выдерживает. «Ты же говорил, что не будешь есть после 6». «Угу, это 5-й». Одна подруга другой. «Слушай, так получилось, что я не смогу прийти на твою свадьбу. Но я обещаю, что точно приду на следующую». Задумались американцы над тем, что у них слишком выросло количество иммигрантов. Решают, как от них избавиться. Приходит один мужик в Госдеп и говорит, «Пожалуй, я смогу помочь вам уменьшить количество иммигрантов». Всем стало интересно. Решили проверить. Выходит он на Бруклинский мост и начинает приставать к прохожим. Спрашивает, «Вы откуда?» Один говорит, «Из Англии». «Англичанин». «А вы знаете, что королева Елизавета умерла?»
Англичанин закатывает глаза и с криком «Я этого не переживу!» бросается с моста вниз. Попадается француз. «А вы знаете, что в Париже закрыты все публичные дома?» Француз с криком «О, несчастная Франция!» бросается вниз. Тут попадается русский. «А вам известно, что с этого моста прыгать категорически запрещено?» «А мне по барабану!» говорит русский и начинает перелезать через перила. Автобус битком набит пассажирами. Один мужчина стоит на подножке и говорит «Народ, потеснитесь, иначе по головам пойду». Лысый мужик отвечает ему, поглаживая лысину мокрой ладошкой. «Да чтоб ты подскользнулся!» «Да не, у меня шиповки!» Вовочка с отцом приехали в лес. Сидят, жарят сосиски. «Папа, я хочу какать!» «Не стесняйся, мы в лесу! Какай где хочешь, и тебе ничего за это не будет!» Через некоторое время Вовочка возвращается. «Ну что, где ты это сделал?» «В машине, там комаров нет!» Муж, что у нас Дед Мороз делает в шкафу? Жена, исполняет мои желания. К девушке идут свататься три парня, русский, француз и немец. Русский принес ромашку, девушка попросила съесть ее, он съел. Идет француз с розой, она ему говорит съесть ее. Француз ест, плачет и смеется. Девушка его спрашивает, ты чего плачешь? Колючки у розы острые. А почему смеешься? Да вон немец, кактус тащит. Встречаются две незамужние женщины бальзаковского возраста, и после обмена любезностями одна спрашивает. «А пардон, как у тебя с интимной жизнью?» «Отлично. А вот у меня проблема». «Никаких проблем, слушай, запоминай. Звонишь в ЖЭК или, скажем, в водоканал и говоришь о течи. Приезжает сантехник. Где течет?» «Ты в короткой юбчонке, нагибаешься, показываешь под раковину, он сзади, и все получается». «Спасибо, надо попробовать». Пришла домой, одела короткую юбку и села звонить. Уж больно не втерпешь, телефоны долго искать, аварийный водоканал не отвечает. Дай, думает, позвоню 04. «У меня газ идет». Приезжает слесарь и спрашивает, где? Она наклоняется, показывает под газовую плиту, и в это время он сзади. Она кричит, не туда. Он, надо было водоканал звонить. Мы-то газовики. О чем думает пара лягушек и пара влюбленных, сидя на берегу реки? Не дай бог, аист прилетит. Я слышала, ты развелась. Как ты это пережила? Ой, да сейчас хоть успокоилась. А сначала думала, с ума сойду от радости. Слышь, Вась, а ты коня на скаку мог бы остановить? Ты чё, Вань? А в горящую избу войти? Ты чё, Вань? Вот за это я тебя и уважаю. За чё, Вань? Зато, Вася, что ты не баба. Пришел как-то парень к отцу, бывшему охотнику, потерявшему ноги. Научи батя на медведя охотиться. Ну, не знаю, как научить, тут показывать надо. Пошли тогда вместе. Согласился отец, залез в рюкзак, сын его на плечи и пошли. Отец говорит. Видишь, берлога. Бери рогатину и начинай шурудить. Взял сын рогатину, начал шурудить. Встает медведь, парень достает ружье, стреляет. Осечка. Быстро перезаряжает, опять осечка. Бросает ружье, скидывает рюкзак и сваливает. Еле ноги уносит, забегает домой, говорит. Горе, мать, задрал медведь нашего батю. Мать отвечает. Да, сынок, не поймешь, то батя заскакивает сына, говорит, медведь задрал. Теперь вот ты, что его задрали. Первая брачная ночь. Только молодые легли в постель, настойчивый звонок в дверь. Жених, матерясь, идет в прихожую и открывает дверь. В квартиру, ни слова не говоря, заходят два мужика с гробом на плечах, обходят супружеское ложе и на выход. Жених. Не понял. Что за фигня? Извини, братан, в подъезде не развернуться. Молодой барин едет по поместью в коляске. Внезапно взгляд останавливается на крестьянине в поле, который как две капли воды похож на самого молодого барина. Бррррр, эй, холоп, подь сюда! «А ну, говори, мать твоя в поместье у моего батюшки не работала ли когда-то?» «Да нет, барин, не работала. А вот отец мой, да, конюхом у вас работал». «Подруга, а я не знала, что ты куришь. Когда начала?» «Да с того дня, когда из командировки вернулся муж и нашел в пепельнице окурок». Умер сантехник, похоронили его. Приходит судный день, Господь посмотрел на него и взял его к себе в рай. Ну, сантехник все Господу в раю починил.
трубы все законопатил, прокладки поменял, поставил импортную сантехнику и все такое. Черт видит, какая радость привалила Господу, и просит его отдать на недельку сантехника в ад. Господь подумал и решил, ну а что тут такого, пусть поработает. Сантехник в аду работает, не ест, не пьет, весь в поту. Ну, кажется, все сделал по совести. Черт на него прям не нарадуется. Приходит назначенный день отдавать сантехника назад Господу. Господь, слышь, черт, отдавай сантехника. Черт, а не отдам, мне он понравился. Господь в гневе, ну тогда я на тебя в суд подам. Черт, ха, ну у тебя ж нет ни одного адвоката. Приехав из командировки, мужик составляет авансовый отчет. В одну из граф отчета записывает. 200 рублей – дорога, 300 – гостиница, 400 – еда, 500 – бабы. Бухгалтерия в ужасе. «Да кто же у тебя такой отчет примет?» «Как было, так и написал», – наивно отвечает мужик. «Переделывай», – кричит бухгалтер, – «и чтоб никаких баб». Пишет. 200 рублей – дорога, 300 – гостиница, 400 – еда, 500 – гвозди. Отчет прошел. Проходит время, опять командировка, опять отчет. 200 – дорога, 300 – гостиница, 400 – еда, 500 – гвозди, 600 – ремонт молотка. Свет, а как правильно, Иран или Ирак? Да я слышала, и так говорят.